Успешный вылет для вертолетчиков здесь боевой. Вот и сейчас пара К-52 отправляется выполнять боевую задачу. Основа фронтовой авиации – ударные К-52. Против грозных аллигаторов у националистов нет никакого оружия. С этой стороны на подвесе целый блок неуправляемых ракет. Здесь, с этой стороны, пушка. РФ. Вот написано. РФ. ДДД. Номера. А не должно. Так смотри, как он горит, блин. Вот аж, блядь, пиздец. Людей нету, да? Катапульти, даже этих нет, сиденья катапультировали. Где нога? А, ёб твою мать! Да, заживо, да, да, человек заживо. Самое главное — это поддержка. Потому что без поддержки ничего не получится. Конечно, поддерживают и родственники, все близкие. И командование все наше поддерживает. Все очень работа, очень слаженная. Каждый выполняет строго всю свою задачу. Никакого нет вот этого разброда и шатания. Очень много сейчас, да, этих фейков. А так все выполняют дружно, сплоченно. Каждый выполняет всю свою задачу.